ты можешь вот так? Ну, не знаю, я никогда не пробовал это. Давай попробую. Как там? Вот так? Ой. Папа, ты сделал какую-то каля-маля, бухаля. Каля-маля, а ты вот так можешь? Хоба! Ну что, тебе так слабо? Да легко. Я сделаю в 100 раз лучше. Ну что, как тебе? Да, уже действительно неплохо, молодец. Зато вот так ты точно не сделаешь. Смотри и учись. Как ты там делала? Да совсем по-другому. Ну да уж, тебе гибкости знаешь сколько. Зато я вот так могу. Ну что, слабо так на локтях простоять? Не знаю, сейчас попробую. Да уж, что-то так себе. Это какая-то лягушка у тебя получается, попрыгушка. А поспорим, ты вот так не сделаешь, как я? А поспорим, ты вот так, как я, не сделаешь? Да что ты начинаешь? И что мы тут опять спорим? Да это вообще Милана первая начала, затеяла спор тут какой-то. Мама, это не я, это он врет. Ты вообще-то это первая затеяла, ты мне сказала, вообще, посмотри. Вообще-то ты даже не смог это сделать. Все, хватит спорить. Кажется, я знаю способ прекратить этот спор. А я и вообще не спорю, это все равно Милана начала. Папа, прекращай. Ты чё как маленький? Мам, ну чё там у тебя за способ какой-то есть? Я нашла игру, похожую на вашу. Только здесь не будет споров, потому что здесь всё по правилам. Мы что, будем птичками, что ли? Что там за птички нарисованы? Летать я не хочу. Ого, я тоже. Я привыкла ходить и не летать. Никто птичками не будет. И летать вам тоже не надо. Здесь просто есть задания. Такие же примерно, как вы выполняли. Посмотрим, что внутри. А что это тут за кулечки какие-то? Что с ними делать? Давайте не торопиться. Сейчас я вам все правила объясню. Ого, мама, так здесь еще какие-то карточки есть с птичками. Все правильно, они нам понадобятся для игры. У нас есть картинки, которые показывают нам, как нужно встать. А также у нас есть кубики, один из которых показывает, сколько секунд нужно простоять в позе и куда нужно положить мешочек игроку. На ручку, на голову, на плечо. А вот и наши мешочки. Разбирайте. И первая у нас начинает Милана. Я выбираю желтенький. А я возьму синий. Ну тогда мне будет красный. Я начинаю первая, кидаю кубики. 7 секунд. Мешочек на ручке. А первая поза вот такая. Милана, начинай, а мы будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодец! Ты простояла вот такую позу. Теперь следующее. Надо здесь махать руками. Куда мне ложить мешочек и сколько простоять секунд? Ну, кидай кубики. 7 секунд и на ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну что, Милана, поздравляем. Переходим к третьей позе. Ну давай, Милана, пробуй. Тебе нужно бить по голове. Не то, что бить, а просто вот так стучать. И животик гладить. И гладить животик, и на одной ножке стоять. Давай, раз, два, три, погнали! Раз, Милана! Ой, мешочек упал! Все, Милан, ты проиграла! Теперь мой черед пробовать. Кидаем кубики. Так, мама, тебе нужно 10 секунд и на руке. Милана, считай до 10. Так. Раз, два. А, да, все, два. Теперь моя очередь. Мне нужно 3 секунды и на ноге. Что ты, папа, готов? Да, вот у меня мешочек. Раз, на ноге. 2, 3, 4. Да я могу это вечно делать. Есть. Молодец, папа, ты прошел этот уровень. Переходи к следующей позе. И что, мне нужно даже глаза закрыть? Придется.
На руке и 3 секунды. Ну что, пробуем, ребята? Закрываем глаза. На носочки. Раз. Раз. Два. Три. Есть! Нет, проиграл, проиграл. У вас какие-то секунды длинные. Папа, следующая поза вот такая. Кидай кубики. 7 секунд? Что? Папа, это означает, что тебе не надо держать мешочек. Ты будешь курлыкать и махать руками. Курлы-курлы. Раз. Курлы-курлы. Два. Курлы-курлы. Три. Четыре. Курлы-курлы. Пять. Курлы-курлы. Шесть. Курлы. Семь. Восемь. Курлы-курлы. Девять. Я победил! А теперь что мне нужно? Ногу вытянуть и глаза руками закрыть. Точно. Кидаю кубики. Оп. Три. И опять курлы-курлы. Да сколько ж можно курлыкать? Ну что, друзья, я делаю снова курлы, но без мешочка. Так, ногу. Милана, выкатываю. Считай. Раз, два. А курлы кто будет делать? Курлы-курлы. 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 Сколько секунд? Курлы-курлы. Курлы-курлы. А секунд-то было всего лишь 3 надо. О, молодец, папа. А я думала 10. Вот и готовься, папа, теперь к этой позе. Я готов как никогда, кидая кубики. О, ничего себе. А этот значок означает, что мы сейчас с Миланой превратимся в бабочек и будем мешать тебе. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Папа, давай! Пять секунд. Точек. На руке. Раз. Раз. Два. Ногу выше. Три. Четыре. Пять. Молодец. Курлы-курлы. Курлы-курлы. Следующая поза, Милана, сложнее. 5 секунд на ладошке. Раз. Два. Ножку выше. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодец. Давай пять. Курлы-курлы. Переходим к следующей позе. Она какая-то странная. 5 секунд и на голове нужно мешочек держать. Раз, два, ножку выше. Три, четыре, пять. Все. А вот мешочек-то начал скатываться уже с головочки. 10 ты бы не выдержала. Осталось 3 карточки, Милана. И если ты их закончишь, ты победишь. А сейчас поза Fortnite. Голуби. 7 секунд на руке. На ноге. Это лапка, нога. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть! Молодец! Можно отпускать. Предпоследняя карточка. 7 секунд и на плече держать. На плече еще ни разу не было. Раз, ногу выше. Два. Три, четыре, ручкой машем, пять, шесть, семь, восемь. Ты победила. Девять, двадцать. Последняя поза. Милана, если ты ее сделаешь, то ты победитель. Ну, кубики, не подведите. Кидаю. 3 секунды и на ноге. Давай ручки. 3 секунды. Раз. Раз, два, три, четыре. Ладно, засчитала. Мама, тебе очки. И получается, ты победитель. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, какая поза была сложнее всего. Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на наш канал. А еще не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ссылочки в описании. Всем удачи! Всем пока-пока! Курлы-курлы! Курлы-курлы! Получается быть серьезным йогом. Да, давай еще раз. Грустная что-то, не могу. Я не могу что-то представить грустно. Пап, а ты можешь вот так? Пап, а ты можешь вот так як-як? Пап, а ты очень утяг? Пап, а ты утяг?
Ты кря-кря-кря, утяг. Ты сегодня сниматься будешь или нет? Не знаю. За ты точно не та... За ты... За то ты? Затылок. Что-то пошло не так, ну давай еще раз. Блин. А ты вот так не сделаешь, поспорим, ты вот... Нет. Ну что, ладно, смеется. Так.